Всем привет, с вами я, Лего Мастер. Давно не виделись, вот наконец-то появился на канале. Роликов на канале не было, потому что, собственно, и меня не было. И хоть какие-то ролики я снимать не мог. Но вот сейчас я приехал на время в город. И поскольку особо важных и суперинтересных тем у меня не нашлось, а был только вот этот вот наборчик брони сапёра. А одного набора на целый обзор мало. Вот поэтому я решил сделать видео в формате влог. В общем-то, броню сапёра я собрал. Пластмасс, ну, на ощупь приятно, но вот видите вот эти вот кармашки, они приделываются вот здесь вот к самой броне спереди и сзади. У меня это сделать не получилось. Как я ни старался, не вышло. Ну, а теперь я хотел бы рассказать о будущих видео на этом канале. Первое, о чем я хотел бы рассказать вам, моим подписчикам, о том, что хочется сделать обзор на студию мультипликации, то есть на то место, где сейчас я снимаю этот обзор. Но обзор на студию не ждите прям супер скоро, потому что должен еще приехать свет. Когда точно он приедет, я не знаю, но обзор на студию хотелось бы сделать. Есть что показать вам. Интересный штатив, вот, который хотелось бы вот, честно вам показать. Например, те же крепления для фона в мультфильмах. В общем, все это увидите в будущих обзорах. В этой студии есть кое-что интересное. Хотелось бы с вами этим поделиться, но не сейчас, нету света. Ну и, в общем-то, к этому видео надо чуть-чуть подготовиться. Следующее, о чем я хотел бы вам сказать, это... это АТ-АТ. И вот у вас сейчас в голове наверняка проскользнул вопрос, а ты? Но перед нашими глазами набор от Лего, обзор, на который ты даже делал. У тебя есть даже видео об этом на канале. Ты что, забыл? Нет, все я помню, просто в интернете один человек выложил видео, где он на основе АТ-АТ от Лего сделал свою версию этого танка. Он получился более массивным, более большим. И выглядит он, судя по картинкам, очень даже неплохо. То есть он выше модельки Лего, больше ее. И так что хотелось бы его воссоздать. Ну а возможно деталей и не хватит. И придется разобрать вот этот вот наборчик, который перед вами. Но зато появится новый, более большой. И детализированный. Так что, возможно, наборчик, эту модельку мы увидим с вами последний раз. А может быть и нет. Также в планах построить самоделку на тему сталкер. Но сталкер не по игре, а сталкер из зомби-атаки. Самоделка уже была начата строиться, но... но в один момент было понятно, что деталек не хватит. В основном масса этих деталек находится в этой самоделке. Но ее разобрать пока что нельзя, потому что на этой самоделке, на ее части, будет сниматься сцена из зомби-атаки. А пока она не снимется, разбирать самоделку, ну, просто нельзя. Так что чуть-чуть подождите. Хотелось бы, чтобы на канале уже появилась новая серия зомби-атаки. Но сейчас лето, и немножко даже, скажу вам честно, расслабленно относишься к каналу, и делать ничего особо не хочется. Также хотел бы вам сказать, что у меня существует игровой канал. Этот канал только делается, производятся подготовительные действия к официальному, так сказать, открытию игрового канала. Но кому интересно, этот канал уже существует, его можно найти. Ссылка на него будет в описании.
Также, мои дорогие зрители, сейчас в правом верхнем углу экрана появится подсказка. Кликнув на эту подсказку, вы попадете на голосование. В общем-то, это голосование по поводу, каких видео вы хотите видеть больше на канале. То есть, например, самоделки, анимации, обзоры, анбоксинги. То есть, там вы сможете оставить свой голос за жанр, который вам понравится больше, который вы хотите больше. Проходите, голосуйте и ждите новых интересных роликов. Также один из самых часто задаваемых вопросов в комментариях — это когда будет Лигомастер. Лигомастер, который я, в общем-то. Что я хочу сказать? То, что я буду появляться на канале. Я помню про канал, я про него не забыл. В общем-то, снимать ролики про Лего в большом количестве я начал немножко подуставать. И решил немножко от этого отдохнуть. Но вы не волнуйтесь, я буду появляться на канале. Также вот какие-то массивные самоделки или какие-то другие важные и большие проекты я по-любому пропускать не буду. Ну, в общем-то, потому что мне не безразлична судьба этого канала. Ну, а с вами был я, Лигомастер. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ну, всем удачи, всем пока-пока.